Если Киев не погасит долг перед Москвой в размере 3 миллиардов долларов, для Украины наступит дефолт. Россия будет подавать в суд. Сегодня это еще раз подтвердили в Кремле. Вот что заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Никаких изменений в позиции российской стороны нет. Это суверенный долг, который подлежит выплате. Невыплата долга означает дефолтную ситуацию и означает судебное разбирательство. Напомню, речь идет о кредите, который Россия выдала Украине в 2013-м. Деньги были перечислены за счет покупки еврооблигаций, выпущенных Киевом. Срок погашения – конец этого года. Месяц назад Владимир Путин предложил Киеву реструктурировать долг, но под гарантией Вашингтона, Брюсселя или крупного международного финансового института. Но поручиться за Украину никто не захотел. В нашем медиа это расценили как свидетельство того, что западные партнеры не верят в платежеспособность Киева. В то же время Международный валютный фонд разрешил кредитовать страны с просроченной суверенной задолженностью. – В нашем Минфине настаивают, правила, выработанные годами, были переписаны специально под Киев и в пику Москве. Добавлю, ранее в МВФ признавали украинский долг перед Россией суверенным.